Приветствую вас всех и каждого, кто присоединился к нам, смотришь наш чудесный видеоролик, смотрит, какие прекрасные мы сегодня здесь. А в гостях сегодня у меня Аллочка Глыва, а это обозначает, что у нас будут самые честные обзоры. И сегодня под раздачу попадают отели. Алла, рассказывай, о чем будем говорить. Привет! Привет! Во-первых, всех с Хэллоуином. Я не знаю, я не могла не прийти без такого обруча и подарка. Ведущую, потому что очень хотелось создать какое-то такое же настроение. Вот, и будем мы сегодня говорить о стеллах. Это стелла Димары, практически все отели, только два находятся в Макаде, один находится в Шарме, и начнем мы с Макаде. Стелла Макаде Бич, которая находится на берегу, все отели 5 звезд. Поехали. Почему решила о них говорить? Ну, как-то незаслуженно у нас все время обходят стороной именно Макади, хотя на самом деле, как для дайвинга, именно для снорклинга и дайвинга, это достаточно неплохое место, если лететь в сторону Хургады, потому что здесь вот все время, знаешь, самое такое тихое, ну, сказать, бухта не бухта, но место. Вот, поэтому можно летать, тоже есть такая фишечка и зимой, и летом. Ветры, конечно, никто не отменял, но ни течения, ничего такого, то есть как бы вот можно. Это первое. Второе. Ну, в Макаде всегда славились действительно подводным миром. И если начинать говорить об этом отеле и начинать с моря, то несмотря на то, что вы летите в Хургаду, по песочку вы здесь не зайдете. Здесь вход только по понтону. И понтон здесь, кстати, не маленький, 400 метров. Но подводный винт прекрасен. Морена живет. Скаты иногда видны. В общем, есть где поснорклить, что посмотреть. Поэтому да. Большая территория. Вообще это комплекс из отелей, которые бич и гарден через дорогу. Вот о гарден мы немножко позже поговорим. Но учитывая то, что это большой комплекс, то есть гулять есть везде, где не хочу. Номера, вот как раз про номера хочу начать и акцентировать внимание на то, что если вы выбираете этот отель для поездки сейчас, будьте готовы к тому, что они не реновированы. Реновацию начали, но, как обычно, отели ее начинают с хвоста, как я называю, с самых дальних корпусов, чтобы это было минимум заметно для туристов, которые сейчас отдыхают. Поэтому номера здесь не новое, но все работает, то есть вот прям каких-то жалоб однозначно нет. Плюс огромный, о котором хочется сказать, это еда. И вот каждый приехавший турист, и вот все повторяет одно и то же, что это вкусно, что это прекрасно, что это выбор, что же за выбор. Есть ли 3-4 вида мяса, примерно столько же и рыбы. Если есть кальмары, креветки, которые чередуются каждый вечер, это не как-то там мегапорционно, это вот принесли и не заставляют прям долго ждать, еще одну порцию подносят, туристы разбирают, то есть вот прям такого формата, безумно вкусные сладости, это вот просто от каждого туриста, которого встречаешь на, не знаю, на пляже, еще где-то, фишечка отеля, как мне кажется, как для, ну, в Хургаде мало лакшери отелей, да, этот отель я прям не причислю к уровню лакшери, но есть такой приятный бонус, когда даже на пляже, не только в баре там, или в ресторане, ты лежишь на шезлонге, и тебе подходят, спрашивают вам там пиво, водичку, пепси, то есть ходят официанты. Самое крутое, что могу сказать, что здесь нету пластика, все в стекле. Прекрасно. Это да, это очень всегда многим нравится, это, да, даже само ощущение другое, когда ты вообще стопишь, да, это правда, поэтому вот прям сразу началось таких глобальных плюсов, и дальше по анимации и по детям. Анимация софт, если мы говорим про детей, однозначно есть детский клуб, есть детская дискотека, но это прям не мега вау-вау, как это бывает в других отелях, тем не менее есть чем заняться детям. Несмотря на то, что отели не маленькие, это значит, что когда гостиница полностью занята, а отели пользуются популярностью, то часть гостей, это, как правило, есть Европа, есть арабский рынок, а как мы знаем, и Европа, и арабский рынок очень любят бассейны, поэтому лежаки, несмотря на два отеля, на пляже всегда есть, и в доступе не надо бежать там в 6-7 утра занимать, это все здорово.
как я уже упомянула, что есть Европа и другие рынки, в некоторых отелях вообще ни для кого не секрет, есть большая разница, и я об этом часто рассказываю, что в некоторых отелях прям разные концепты для, там, допустим, итальянцев, или европейцев, или для арабского рынка, потому что для них дороже цены, и частенько чувствуется именно на сервисе, на отношения вот эта вот разница. Так вот, отличная новость, что в Стелла Димар и Макади Бич эта разница не чувствуется. Действительно, нету таких жалоб, и вот прямо сейчас создадится впечатление, что я мега хвалю отель, но вообще, что есть такие отели, о которых я говорю только хорошо, но это просто потому, что мне действительно нравятся такие отели, мне действительно нравится их продавать, мне нравятся ваши отзывы, уважаемые клиенты, когда вы мне говорите о том, что вау, круто отдохнули, главное, чтобы все были вот готовы к тому, что номера далеко не все реновированы, но если вы хотите лучше номер и быть примерно на этой же территории, то я вам скажу, что делать, когда буду рассказывать уже об отеле Garden. Расскажи по поводу моря, далеко ли идти к морю? Это пляж. Это отель, который стоит на берегу. Есть свой понтон. Вход только по понтону, а соответственно, ну вот понтон на 400 метров, это не маленький понтон, но расстраиваться не надо, если вы едете с детками, здесь принцип Шарм-эль-Шейха, буквально через 200 метров можно спуститься, и вот где-то, как я говорю, под мышки, знаешь, есть песчаное дно, и можно покупаться с детьми, вот, поэтому с детками тоже, да. Тоже вполне вариант. Да. Ты рассказала очень много плюсов, несомненных таких отличий, приятных. Возможно, ты заметила для себя что-то не самое благоприятное. Ну вот номера, правда. Вот номера. Только номера. Очень-очень прям хочется, чтобы прошла быстрее реновация и уже во всех корпусах, чтобы совершенно спокойно продавать. Потому что, ты знаешь, сейчас вот действительно как-то часть отелей и вот в Хургаде, и в Шарме, что вот все в отеле хорошо, а номера еще, знаешь, ну вот не отреконструированы. Самое важное, что я не сказала, сколько это ваше счастье для путешествия стоит. Почему я так расхваливаю? Потому что за 1200 долларов за два взрослых плюс ребенок на такое качество, на такую еду, на такие условия ты поедешь далеко не всегда. Цифру я сейчас сказала на 10 числа. Да, на 10 числа ноября, потому что, по-моему, вот как раз до 10 или до 11 отель стоит в стопе, а это значит, что отель популярен и его любят. Поэтому, если он вам понравился, однозначно пишите, куда звоните? Пишем либо расскажи в комментарии, либо же заходим на hot.com.ua, оставляем там на кнопочке заказать или узнать, или спросить, и сможете узнать абсолютно все. А если хотите узнать именно у Аллочки, под этим видео оставляем комментарий, мы обязательно вам ответим, и канал Бомбарбея в лице эксперта Аллы Глыловой.